Не ударились? Это все новые тормоза. Такой механизм. Что поделать? Но на старте я обойду любую американскую машину. Я был механиком в Испано Авиасьон. Вот их двигатели по мне. А еще я поставил стабилизатор для поворотов. Видите? Завалились? Это ничего. Смотрите, а в Париже? В Париже не разгонишься. Я здесь не могу воспользоваться ни турбокомпрессором, ни двойным карбюратором. А то бы я показал. Идиот! Надо предупреждать, когда останавливаешься. Извините, не ушиблись? Нет-нет. Завтра я уезжаю в отпуск с семьей. Приготовил на заднем сиденье спальное место. И собираюсь там спать с женой. Вот так-то. Нет, вы только потрогайте. Простите. Виноват. Сколько? 450. Сколько? 450. Сколько? 4. Мог бы сразу сказать, что у тебя со слухом плохо. Я бы тебе душу не изливал. 400. Ладно. К сожалению, милая, сезон окончен. До сентября. Куда же вы? В Испанию. Адьос, сеньориты. Оле! Что, мама, в путь дорогу? Старина, и не говори. Еще час назад должны были отправиться. С этой семьей в следующий раз поеду один. Давай, помогу. Давай, давай, не нервничай. Осторожнее. Морис, Морис, помоги упаковать большой чемодан. Не получается. Ну так сядь на него. Моего веса не хватает. Хотите, помогу, мадам Жермен? Пожалуйста, месье Казимир, вы-то потяжелее. Позволишь? Да, но я с тобой. Идиот. Идиот, но осторожный. Не мог пройти справа. Еще чего, лестница крутая, тебе надо было держаться слева. Я зашел справа, значит, у меня преимущество. Видимо, ты всегда прав. Месье Жак, ваших просят к телефону. Спасибо, иду. Папа, тетя Матильда звонит. Дядя Леон весь извелся, спрашивает, когда приедем. Если не терпится, пусть едет один. Ну и? Морис передал, что можешь ехать без него. Все такой же любезный. И правда, не знаю, что мне мешает поехать без него. Без него можно обойтись. А я-то в чем виновата? Кончай стучать мечом. А это что такое? Ты же не думаешь, что я оставлю их одних на месяц, они умрут от тоски. Но это невозможно. Куда ты это денешь? Поставим в прицеп. Где его черти носят?
Только представь, должны ехать в 7, а уже 9. Мы не успеем добраться в Ламот-Беврон до обеда. Я месяц сидел над расписанием, и все заново. Клянусь, мне жаль твою сестру. Не нервничай, не поможет. Николь, я же просил не играть у прицепа. Краску сдерешь. Это уж слишком. Что происходит? Леон, ты все разобьешь. Ну что там такое? Все разобьется. Матильда, я держу. Да что, черт возьми, происходит? Хорошо, что на этот раз по ноге. Смешно. Ты у меня посмеешься. Матильда, что случилось? Что происходит? Ну что, снова опаздываешь? Стоило ли звонить и подгонять нас? Это уж слишком. Этого бы не было, если бы ты приехал вовремя. Ладно, помоги мне. Давай. Зачем отпустил? Ну что, доволен? Понимаешь, потребуется час, чтобы все собрать. Как тебе поездка? Отлично. Дама, король и десятка. Это вам не поможет. Быстрее, дети мои, пошли. А табак? Какой табак? Ваше счастье, что я думаю за вас. Дети мои, это еще не все. Пора прятать табак. Вот именно, я же готовился. Не время для препирательства. Я не собираюсь курить кукурузу или щетину. Набей табак сюда. Вот сюда, набивай. А вы, девочки, по пачке табаку в обувь, как договаривались. Нам надо провести как можно больше, понимаете? Нет! Что, это невозможно? Ты прямо Лола Бриджит? Ну и что? Осталось только рассовать по карманам и надеяться, что они ничего не заметят. Внимание! Приготовьте паспорта. Возьмите вещи, а остальное предоставьте мне. Отличная тачка. Последний писк. Коробка автоматическая. Как включается? Далеко на ней собрались? Не понимаю. Вы не говорите по-французски и не понимаете. Тем лучше, потому что я не осмелился бы вам сказать, что вы безумно красивые. Такие глаза и губы. Документы, пожалуйста.
Из Франции? Да. Едете в Гренаду? Да. Предъявите багаж на таможне. Хорошо. Посмеялись, да? Красиво там, в Гренаде? Да, но мне надо отнести багаж. Позвольте. Берите чемоданы, давайте. Хорош, ничего не скажешь. Жак, подойди. Тебе не кажется, что ты должен нам помочь? Извините. Иди сюда. Надеюсь, он вас не слишком побеспокоил? Ну что? Он невыносим. Постоянно путается под ногами, особенно если ноги такие стройные. Давайте помогу. Морис, это не наш чемодан. Может, для разнообразия поможешь нам? Хорошо, сейчас. Осторожно, бельем не испачкайте. Сюда. Что он сказал? Откройте чемоданы, пожалуйста. Все? Да, все. Хотя бы сложите все аккуратно. Сумочку, пожалуйста. Разве не у тебя ключи от чемодана? Нет, говорю же, у тебя. Леон, не у тебя ключи от чемодана? Как всегда, все теряешь. Вот он, нашел. Мадемуазель, следуйте за мной. Зачем? Для личного досмотра. Хорошо, спасибо. А он не очень-то приветлив. Что внутри? Внутри? Шмотки? Штиблеты? Шоколад? Ладно, ладно. Шерстяные носки. Не боишься, что эти носки выглядят странно? А что в этом чемодане? Передай Жаку. Это еда, новый продукт. Все в тюбиках. Масло в тюбиках, молоко в тюбиках, сахар в тюбиках, крем для бритья, мыло, зубная паста, клей и крем для обуви. На кухне главное не ошибиться тюбиком. Шутка. Вот, шампунь. Берешь и втираешь вот так. Вот для глаз. Раз, два, раз, два. Сон. Спать. А это от насморка. Газонокосилка. Яйцо для носков. Нет, перечница. Перчит. А это бритва. Да-да. Специальная груша. Да. Дети мои, время, время, пошли! Эй,
Сеньор, вы здесь кое-что забыли. Спасибо, спасибо. Извините, но у нас строгие инструкции. Оставьте, это же так естественно. Они не очень зверствовали? Нет, не на тех нарвались. А мне пришлось устроить им стриптиз. Надо же! Осторожно, тяжелый. Это тоже. Какая ткань? В Париже покупали? Да, в Бель-Жардиньер. Шикарно. Хотя жарковато для лета. Вы думаете? Действительно стоит разоблачиться. В Испании вечером свежо. Нет, сниму. Мадемуазель, позвольте. Не стоит. Позвольте. Спасибо. Ничего себе размялся. А вас не примут за контрабандистку. Вот так. Простите, мне надо отнести чемодан в прицеп. Позвольте, я с вами. Я бы хотела познакомиться с дамами. Пожалуйста, пожалуйста. После вас. Вон туда. Вы впервые в Испании? Да. И вообще за границей. И далеко собрались? В Севилье. В Севилье. Знаете, с образовательными целями сына воспитываю. Так этот молодой человек ваш сын? Да. А я думала, брат. Брось. Правда, правда. Пошли, милые. Пойдем. Моя жена. Мадам, мадемуазель. А я думала, мы уезжаем. Свояченица. Мадемуазель, мадам. Свояк. Мадемуазель. Месье. Племянница. Мадемуазель, мадемуазель. Извините. Вот так. Извините. Надо всегда быть начеку. После вас. Месье, мадам. Мадемуазель. До свидания, месье. Удачного путешествия. Может, увидимся в Севилье. Может быть. Ты идешь, милый? Иду, иду. До свидания. До свидания. Сеньорита. Что еще? Надо осмотреть машину. Это уж слишком. У нас инструкции. Поезжайте, сеньорита. На этот раз все? Я могу ехать? Да, прошу вас. Надо же, снова надо доливать воду в радиатор. У нас больше нет, все израсходовали. Неудивительно, в тени не меньше 50 градусов. В 2 километрах отсюда есть река. Я же умею ориентироваться по карте. Первый поворот налево и дальше вниз до мостика. Ну и где твоя река? Внизу. Смотри, внизу справа мостик.
Дети мои, правда, мост, но воды нет. Внизу сухо. Река высохла. Воды нет. Лучше была бы река без моста, чем мост без реки. Что мы будем делать? Давайте остановимся там. Да, там, на лугу. Хорошо, хорошо. Идемте. Отлично, давайте, давайте. Дети мои. Слушай мою команду. И раз, и раз, и раз, и раз. Дети мои, остановимся здесь. Жаль, что больше нет воды. Не волнуйся, будем пить вино. Итак, за процветание Испании и испанцев. Осторожно, за этот вечер мы выпили 4-дневный запас. Пришлось, раз у нас нет воды. Не скупись, пополним запасы перед приездом в Севилью. В Севилью? Да, в Севилью. Мы все еще хотим в Севилью? Я читал в путеводителе, что Гренада гораздо лучше. Гренада с ее скалами, апельсиновые деревья, оливковые, лимонные. А я не против. Да, почему бы и нет? Да, кажется, там красиво. Заметьте, что, судя по карте, дорога туда живописная. Да, да, Гренада — это рай. Источники бьют из земли. Фрукты, цветы и плантации табака делают воздух таким душистым. Хорошо, едем, договорились. Но признай, если бы ты так отвечал в школе, давно бы сдал на бакалавра. Прости, я сдал только устный. С третьего раза. Не понимаю, почему ты настаиваешь, чтобы ребенок, который на это не способен, сдавал экзамен? Да, у него дефект речи, что? Это не помешало великому Демосфену стать великим оратором. Хорошо, молчу. Пока. Спокойной ночи. Жермен? Да. Похоже, корова. Корова? Матильда, спасайся, кто может. Бык! Леон, помоги мне. На помощь! Папа! Папа, на помощь! Папа! Папа, на помощь! На помощь! На помощь! Иду, Жак, держись! Пошли прочь, рогатые! Давайте, давайте. Лен, помоги мне. Помогай. Давай, докажи, что ты мужчина. Я бы хотел это доказать по-другому. Ненавижу трусов.
А я коров. Я вырос на козьем молоке. Помоги ему. Иди. Держись, Морис, держись. Что ты делаешь? Что это такое? Хорошо, хорошо. Схожу за вторым флитоксом. Получай, Фердинанд. Держи. Спасибо. Удачи. Не могу это увидеть, Матильда. Это потрясающе. Настоящее родео. Морис! Морис, сюда! Морис, держись! Держись! Как хорошо. Украден бриллиант стоимостью 100 миллионов. Где бриллиант? В кармане пиджака. Где пиджак? В чемодане. А чемодан? В прицепе. А прицеп? Прицеп, я его ищу. Замечательно. Тебе даже не удалось проследить за клиентами. Мои поздравления! Я их найду, не злись, у меня идея. Искренне советую.
Не знаю, что у меня случилось. Клаксон заело. Спасибо, комиссар Мегре. Давайте помогу. Ой, вы мой спаситель. Спасибо. Вы знаете, для меня в механике нет секретов. Ну вот. Благодарю. Вы идете? Не может же она ехать без клаксона. Надо найти, где замыкание. Сейчас исправлю. Вы восхитительны. Могу я попросить вас об одолжении? Прошу вас. Можно мне к вам в прицеп? Я в таком виде до Гренады доехать не смогу. Вы едете в Гренаду? Это все объясняет. Она хороша, да? А что здесь смешного? Ничего, так, семейная история. Так можно? Конечно. Спасибо. Позвольте, я вам помогу. Это ненормально. Что? Я уверена, у этой девушки что-то на уме. Здравствуйте, мадам, мадемуазель. Мадам, мадам. Мадемуазель. Месье, ваш муж разрешил мне сесть в прицеп. Я вас не побеспокою, прошу, мадемуазель. Чувствуйте себя как дома. Спасибо. Сюда. Хотите, я помогу вам? Большое спасибо. Вас это мучат в школе? Нас учат быть вежливыми с дамами. Давайте чемодан. Спасибо. Ну вот, чертова американская механика. Спасибо. Ну вот, все готово. Сейчас точно готово. Смотрите. Не мешайте. Моя шляпа. Ну вот. Все в порядке, можете ехать. Пожалуйста. Не знаю, как вас благодарить. Без вас не знаю, что бы со мной стало. С вашей красотой вам бы не составило труда найти помощь. Но не такую. Спасибо, спасибо. До свидания. Еще раз спасибо. До скорого. Надеюсь. Спасибо. Но что происходит? Я знаю. Я просто поменял управление. Нажимайте задний ход и едете вперед. Спасибо. До свидания. Вы идете?
С тех пор, как мы в Испании, вы оба принимаете себя за Дон Жуанов. Ну хватит, хватит! Нельзя позволять, чтобы тебя обгонял такой драндулет. Но погоди. Что ты делаешь? Включаю свой турбокомпрессор. Сейчас или никогда. Будь благоразумней. Не волнуйся. За 5 минут ничего не случится. Готовы? Давай! Совсем не уверен. Видишь, что наделал? Никогда не видел, как мотор дымится. Не понимаешь? Ничего в механике, не лезь в нее. Хочешь, я тебе помогу? Уйди, уйдите, уйдите. Пусть все поработает один. «24, 27, 30, 34». Жарковато, дети мои. Это еще мягко сказано. Давай считай, лучше собьешься. 34. Да, 34, 38, 40, 44. И десятка получается 54. Ты знаешь, что мы помираем от жары? Скоро запустишь свой турбокомпрессор. Сейчас, 1 минуту. 1 минуту. Жалкий механик. Никаких сдвигов в прогрессе. Мы уже задыхаемся. Мы не можем оставаться здесь, на солнцепёке. В следующий раз попросим его поломаться в тени. Или вообще не ломаться. Пасую. Нет, нет. Я тоже. Стой! 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 Стой, стой! Да стой же! Стой! Посвежело. Так-то лучше. Да, твой ход. Стой! 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 Стой, стой! Берегись! Похоже, поехали. С места в карьер. 38. Слышите? Леон! 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 Подождите! Леон! 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 Подождите! Он с ума сошел? Где он? Я не умею водить! Вот он. Морис, быстрее.
Морис! Смотрите. Что ты вытворяешь? Ты понимаешь, что ты нас чуть не убил? Не стоит такое вытворять. Продолжу на велосипеде. Ты мог хотя бы поставить на тормоз. Это уже наглость. Когда 6 раз проваливаешь экзамен на права, нельзя соваться в то, чего не понимаешь. Прицеп! Прицеп! Коррида, ночной клуб. Давайте сюда. Вот и ты, Мириам. Как дела? Привет. Возьмите чемодан. Потихоньку. Не надо портить замки. Потихоньку, говорю тебе, дурья башка. Все надо предусматривать. А если они придут за чемоданами, думаешь, мы вернем их с испорченными замками? Как только найдем бриллиант, все вернем на место и закроем замки. Понятно? Где пиджак? Вроде он был сверху. Скорее, внизу. Носки. Снова носки. Опять носки. Они что, сороконожки? Пиджака нет. А может, ты ошиблась? Я все помню. Он положил его в чемодан. Я уверена. А ты не пытаешься меня надуть? Знаешь, чего это будет тебе стоить? Фред, ты же меня знаешь. Вот именно. Ты любишь бриллианты. Но не такой ценой. Так. Если он положил его в пиджак, а там его нет, значит, кто-то вынул. И, возможно, он. Придется искать по всей Испании, мы даже не знаем, куда они поехали. В Севилью, насколько я поняла. Раньше не могла сказать. Звони в Севилью. Спроси Фернандеса. Девушка, соединитесь с Севильей. Севилья? Семейка в такси с прицепом не может проехать незамеченной. Господи, боже мой, что творит этот Фернандес? Он должен тебе позвонить в полночь. Уже 10, и до сих пор ничего. Все ты.
Так и есть, я уверен. Фернандес нас обошел. Мерзавец. Он поплатится. Это ты, Фернандес? По поводу такси. Его не нашли. Уверен? Всю ночь искали. Я ведь проверю. Проверяем, и ничего не нашли. Это не наша вина. Он всю ночь обшаривал город, никого не нашел. Ладно, не сидеть же здесь. По Испании разъезжает бриллиант. Прочешем все. Мы с Мирям от Мадрида до Севильи, а ты, Карлос, отправишься в Валенсию. Гонсалес и Педро в Барселону. Пошли. Выводите машины, надо до завтрашнего вечера найти их. Ты возьми Кадиллак. Что это? Полиция. Вы двое, оставайтесь и будьте начеку. Что делать? Иди посмотри. Оставайся здесь. Это они. Как? Это вы? Входите же. Трудновато было вас найти. Рад видеть. Я очень рада. Вы очень любезны. Сходи за чемоданом, мсье. Вы перепутали чемоданы? Да-да. Неудивительно, они так похожи. Я поняла, что это ваш, когда попыталась его открыть. Я думала, что у меня что-то с ключом и хотела звать слесаря. Позвольте представить вам господина Фреда, владельца клуба. Рад знакомству. Закажете что-нибудь? Выпейте немного? Да-да. Что? Вот ваш чемодан. Спасибо, месье. Я рад, что его нашел. Спасибо. Это непростой чемодан. Вы ничего там не нашли? Что именно? Вы же не сумели его открыть. Это бы удивились. У меня там такое. Я везу сокровищ. С виду пара носков. А на самом деле... Фактически. Вы не знаете, для чего носки? Нет. Это идеальный тайник. Тайник? Я вам скажу. Они набиты табаком. Представьте. Это если снова придется проходить таможню. В жизни надо быть немного гангстером. Правда? Спасибо за совет. Но мне пора. Вы не задержитесь? Только не сейчас. Надо как-нибудь встретиться. Обязательно. И напоминать не надо. До скорой встречи. Надеюсь, вам всегда будут рады в Корриде. Коррида? Это название клуба. Ну вот, думают, я развлекаюсь. Но вы же не уедете так, выпейте с нами. Я схожу за вашей семьей. Нет, в другой раз. На днях загляну. А сегодня мы едем в Гренаду. Я вас провожу. Нет, нет, не стоит. Буду рада пообщаться с дамами. Вы так любезны. Я уж боялся, что он тут достанет эти носки. Гонсалес, Педро! Для вас есть работа. Бриллиант у него в пиджаке, и они этого не знают, иначе он бы сюда не приехал. Надо найти пиджак. Проследите за этим типом. Вы туристы, садитесь на велосипеды и за ними. Thank you.
Отсюда замечательный вид на окрестности Гренады. Это старый город, а это церковь святого Николая. Вы увидите Альгамбру. Это великолепный дворец в мавританском стиле. На переднем плане Аль-Касар, арабский дворец. За ним Аль-Касаба, военная крепость. Слева дворец Карла V. А сейчас осмотрим сады Хенералифе. Прошу вас, сеньоры, сюда, пожалуйста, проходите. Наслаждайтесь. Прошу вас. Какая красота. Изумительно. Ну вот, табак кончился, пора вскрыть носки. Сначала тот, который у меня в пиджаке, а то просыпется. Матильда, да. Достань пиджак Марисы из шкафа. Вот. Да. Каждой вещи свое место. Каждому месту своя вещь. Оп и оп. Предупреждаю, в следующий раз запущу тебе мячиком в лицо. Поищи другое место. Ну я же не нарочно. Пусть малышка развлечется. На обед у нас морковь. Нарезанные кружками. Идиотка. Нельзя ли поосторожней? Николь, останешься без десерта. Я не люблю пирог. Мне кажется, Виест кое-что потеряет. Спасибо, спасибо. Ни за что. Или ты честный, или нет. Точно. Сюда, сюда. Снимайте. Если бы вы знали, что там внутри. Настоящее сокровище. Наш любимый табак. Мы без него никуда. Садитесь, располагайтесь, я вам принесу божоле. Будем пить. Гляди, это тот самый пиджак, который мы ищем. Хотите табаку? Нет, я не курю. А вы? Спасибо, спасибо. Берите, берите, угощайтесь. Здесь замечательно, мсье. Бриллиант в правом кармане. Подсаживайтесь, подсаживайтесь, не бойтесь. Садитесь. Да куда же вы? Берите, берите. Ну же, берите. Вставайте, вставайте. Вам что, плохо? Ничего, все пройдет. Спасибо. Вот господа, которые спасли наш табак. Господа, господа, простите, схожу еще за стаканами. Моя жена. Гонсалес Дальбайс. Очень приятно. Тебе больше не нужен пиджак? Я повешу его в шкаф. Нельзя его оставлять, а то украдут. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Мы видели этот пиджак, но не смогли до него добраться. Их слишком много. Не получилось. Поздравляю, эта семейка крепкий орешек.
У меня идея. Чтобы достать бриллиант, надо обыскать пиджак. Да. Для этого их надо выкурить из фургона. Да. Пригласим их всех в кабаре. И когда все будут здесь, вы вернетесь в лагерь и заберете бриллиант. А что, неплохая идея. Где твои клиенты? Вот они. Все здесь. Можно обыскивать прицеп. Бесполезно. Он в пиджаке. В каком? В кармане которого бриллиант. Отлично, отлично. Мы его достанем. Наденьте очки. Вас не должны узнать. Вы здесь как клиенты. Здравствуйте, господа, я вам забронировал столик. Даже неловко от такого приема. Знаете, когда я встречаю парижан, становлюсь сентиментальным. А вы парижанин? Сплёс Пегаль. Я так и думал, где-то я его уже видел. Садитесь. Спасибо. Снимите пиджаки, здесь жарко. Да, здесь жарко, снимите их. Нет, 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 нет. Я останусь в нем. Мы повесим его в гардероб. Давайте, чувствуйте себя как дома. Слушайте, у меня же подтяжки. Ну и что? Некрасиво? А что вам подать? Доверьтесь мне. Лучшие андалусийские вина, гордость заведения. Расслабляет дам, бодрит мужчин. Ну, как там в Париже? Вино у нас замечательное. Простите за неловкость. Снимите пиджак, вам его почистят. Ничего страшного, дайте мне. Вас так и тянет раздеть моего мужа. Да я просто хотела помочь. И чтобы гладко. Положитесь на меня. Я о них позабочусь. Это его разогреет. Еще как. Принимай! Дай два нормальных бокала для меня и Мириам. Когда они дойдут до кондиции, залезем в пиджак. Оно замечательное, надеюсь. Прямо искрится. Да, искрится. Вы должны попробовать. Вот ваш бокал, давайте-ка. Сигарету? Нет, нет, спасибо. Ну что? За ваше здоровье. До дна. Неплохо. Слабовато, но неплохо. Еще? Наливайте. Стоп, а вам? Нет, нет, нет. Можно пригласить вас на танец, мадам? Пожалуйста. Хочешь танцевать? Да. Вы не танцуете? Папа, он не танцует, а я... Что? Я покажу, как я не танцую. Мадемуазель? А я? Не пригласишь? Николь, не пей это. Хочу пить. Я принесу сок.
Гарсон, гранатовый сок для мадмуазель. Гранатового нет. Вы думаете, я поверю, что в Гранаде нет гранатового сока? Я не хочу воды, я хочу это. Дай мне бокал. Не хочу видеть, как ты свалишься под стол. Слабак! Какой сюрприз! Сейчас, сейчас. После танца. А сейчас представление. Посмотрим. А где дети? Наверное, вышли. Николь танцевать не умеет. Ей тут скучно. Действительно. Пусть проветрится. Здесь так жарко. Это нелегко. Крепкий. Держит удар. Ничего, подождем. Кабаре Корида с удовольствием представляет трио известных танцовщиков Сервантесы со знаменитыми гитаристами. Фламенко и севильский танец. Итак, Сервантесы. Дай прикурить. Матч окончен. Ноги моей здесь больше не будет. Мне понравилось. Пойдемте отсюда. Какой вечер. Я буду вспоминать о ночных клубах Гренады.
Это вы? Я на море. Не хотите со мной? Еще бы! Морис, проснись. Я слышала голоса. Быстрее. Жак уехал с этой блондинкой. Блондинкой? Ну давай быстрее, вставай. С блондинкой? Жак! 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 Где он? Жак! Жак! Папа, я оставил записку, чтобы предупредить, что иду купаться. Раз уж ты встал, скажу тебе сразу. Если дорожишь сыном, принеси бриллиант мне. Бриллиант? Какой? Имеющий уши да услышит. Что случилось? Едем. Но куда? Едем, едем. Посадите парня сзади и свяжите. Матильда, как твоя голова? Нет, надо меньше пить. Ужасно качает, как шторм. Меня тоже. Посмотри, где они. Так мы их не догоним. Посмотрим. Что? Такси. Он на солнце перегрелся. Давай через город, когда будем за городом. Пусть попытает счастье на своем драндулете. Негодяй, негодяй, негодяй. По-моему, у меня белая горячка. Ты что, видишь мышей? Да, черных мышей. Стой, стой, полицейский! Черт с ним! Вот увидишь, за нами будет погоня. В кои-то веки полиция пригодится. Только бы они ничего с ним не сделали. Работает! Что? Мой турбокомпрессор! Жми, жми! Давай! Он нас догоняет! Жми! А вот и гора. Думаешь, мы сможем их догнать? Еще бы. Кажется, отстают. Отлично, на подъеме выдохнутся. Шеф! Что? Полиция! Если вмешается полиция, можно забыть про бриллиант. Что же делать? Выбросим парня и смоемся. Пора сменить климат! Мирьям, вы же не оставите меня здесь, Мирьям!
Стойте! Стойте! Чуть не наехали. Надо же! Слава богу, жив. Дорогой, они с тобой ничего не сделали? Идиот! Будешь знать, как бегать за юбками. Зачем тебя так связали? Чтобы доставить вам удовольствие. Ты нас чуть не убил. Это все, что удалось спасти. Тоже мне сверхпрочный материал. Руки вверх. Смотрите. Что это? Бриллиант в табаке. Бриллиант, украденный в Париже. Париж, 6 месяцев спустя. Нас приняли за воров и посадили в тюрьму. И пока мы не смогли все объяснить, прошло много времени. Понимаете? Вот почему наш отпуск в Испании продолжался 1,5 года. А хуже всего то, что они так и не нашли воров. Простите. Линяем! Фильм озвучен студией «Инис» по заказу «Союз Видео».